3 года назад поголовье сайгаков в стране было около 300 тысяч. Расстреливать редкий вид животных запрещено, а браконьерам ужесточили наказание. По словам специалистов, в этом году количество сайгаков в стране превысило 1 миллион. Институт зоологии сейчас готовит биологическое обоснование, на основании которого и будут сделаны будут представлены рекомендации, что нам необходимо дальше делать с этим поголовьем. По словам руководителя одного из крестьянских хозяйств Егендукольского района, в прошлом году 500 гектаров посевов было испорчено сайгаками. Это страшные убытки. Когда едешь что-то на поле, слезы наворачиваются. По траву просто, не знаю, вот у всех хозяйств здесь вот в этом году затронуло всех. Это вот Егендукольское хозяйство. В этом году затронуло сейчас всех. Сезонное хозяйство у нас на Барамзово? Да, да. Все хорошо. Я обязательно покажу. А ущерб сколько, скажите? Допустим, 3000 тонн у меня будет ущерба. По 10 тысяч. Это 3... Сколько это будет? 3000 тонн зерна. Полмиллиарда убыток в одном хозяйстве. Минэкология отмечает, что после заключения биологического обоснования будет утверждено предельное количество сайгаков, допустимых к отстрелу. Подробности будут известны после 20 июня. Айгерим Бегенова, Салтанат Бисенова, Марат Ахмеджанов, Дидар Умурзак, Кокшак Парат.